Мы сейчас находимся в Видное Радио. Так. Как видите, очень замечательное место. Так. Волнуемся. Ну, я волнуюсь. Дискотека 90-х начинается. Артем с нами. Поехали. Дискотека 90-х. Ты моя планета. Кстати, у Макса педали волшебные. Смотри, значит, теперь будет так. Ты барабанишь, мы играем. Все. Это басист под небом, как в выпуске уже было. Это басист под небом. Это водить, короче, пальцами по... А куда он все отсылает? Я поднимаю руки. Будет направлен, ты будешь всех объявлять и все прочее. Так, сейчас мне надо закинуть. Есть Аль Пачино, вот это Аль Пачино. Есть Аль Пачино, но у нас там Аль Пачино. Воу. Короче, вот так вот у нас заканчиваются наши репы, и ты в ночь возвращаешься домой. Ну а что делать? Надо же качество выдавать, а если выдавать хорошее качество, то нужно репетировать. А если репетировать, то с подходом профессиональным. И, короче, с ночными возвращениями домой. Вот, поэтому на сегодня, короче, точно. Вещание закончено. Я думаю, сегодня много вам чего в сторику кинул. Много материала, то, что у нас будет на радио. Вот, поэтому всем спокойной ночки. И можете отослать мне какое-нибудь сердечко или огонечек в знак любви. Давай встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость на двоих, губительная радость, мурашки, босые ноги по холодному паркету. Это у нас, короче, вторая репетиция перед выступлением на радио. Мы здесь вот на базе. Макс, как эта база называется? Как-то какая-то там... Дубровка музыкальная студия, что-то такое. Дубровка, да, студия. Как тебе это? Ты же первый раз здесь? Я тоже первый раз. Как тебе? Пока не знаешь, да? Пока непонятно, но в целом, как бы... Вроде все есть, да? Есть модиум, как бы, есть модные... цифровой пультец, и как будто бы это знак хороший, но хрен его знает, что из этого получится, зависит от комнаты еще. Короче, сейчас Степан отзывает. Кстати, большой монитор как бы для вокалистов, что прикольно, потому что тут даже есть пищалочка, которая как бы у нас отвечает, если не ошибаюсь, за верхнюю частоту, и значит, будет получиться. Ну, короче, Макс, как всегда, дал свое инженерское мнение. Он отвечает за инжиниринг группы. Макс любит об этом говорить. Алексей, кстати, отвечает за инжиниринг, но... Я просто пизжу. Леха отвечает за инжиниринг группы. Так, а ты за что отвечаешь? Пиздобол, ты просто пиздобол. Так, Женя, надо Женю показать, иначе он поплачет. Там опять его. Вон он там. Сейчас я покажу. Вот, чтобы вы понимали, что такое инжиниринг. Это вот это. Нихуя не работает, так что. Это водить, короче, пальцами по. А куда он все отсылается-то? Я поднимаю руки, встаю на колени, снимаю тебе брюки. Пойми, извини. Это все бесполезно. Не, не расслышал, Жека. Ты заебал, мне не нравится, когда ты грустный. Плейт соло. Иди поводи по экрану, Женя. Хватит грустить. Иди по экрану поводи. Тут прикольно, можно по... Эй-йо. Эй-йо. А долго мне еще говорить? Пизди без остановки. Пизди без остановки. Хорошо, это моя любимая рубрика «Пизди без остановки». Столик за вот, три. Води тоже. Столик за три. Да. Что еще? Thank you.
барабанит. Какого? 25 числа. И вот мы репаем программы. Короче, ребята, мы пригнали. Все это без Пашки. Пашка немного заболел. Леха. Вот он. Так, да. Макс. Вот он. Женька. Вот он. Арс. Вот он. Репы, собственно, чему репы эти посвящены? Эти репы посвящены выступлению на радио. Ой, я с ребятами будем выступать на радио. Это будет 20 какого? 25. 25 числа. И вот мы репаем программы. Программы, песни, короче. Репаем, собственно, 5-го. И вот сегодня такая база. Это как эта штука называется? Ну, вообще, цифровой пульт, но просто да. Дело в том, что как будто... Ну, вроде ничего, да? Как будто бы неплохо позвать админа, чтобы он попробовал настроить нам вокалы и подложку, но это чуть попозже, когда мы подключим. Ага. Потому что вот Алексей занимается как раз вопросом, наш инженер. Так, Леха, инженеринг, техник. Это у нас вторая репа перед выступлением на радио. Женя, он так тихо пиздит, блядь, что его Леха не слышит. Первый, второй будет у тебя, Жень. Смотри. А вам я ничего не дам, блядь. Нихуя не дам. Как там, помните, типа... Да, бокалы мы не будем. Смотри, значит, теперь будет так. Ты барабанишь, мы играем. Все. Женя там сидит. Так, ну, короче, сейчас мы позовем этого типа. Арс, вот вторая репетиция перед выступлением на радио. Расскажи свои эмоции, чё как. Выпуск бахнем. Да, и подключение, как здесь все работает. Мне интересно. И подключение радио будет. На самом деле, хуячим, как проклятые. Да. Ну, по-другому вообще. Мне кажется, Макс аж похудел немножко. Да. Схуднул. Он сказал, нахуй с вами работать. Толкает эти педали волшебные. Это, кстати, у Макса педали волшебные. Я их все запомнил с момента, когда, помнишь, мы у Дениса Кизима на этом самом... На день рождения, вот оттуда, короче. Поэтому, ребятки, вторая репа перед выступлением. Вот так вот. Вот он. Арс. Вот он. Репы, собственно. Чему репы эти посвящены? Эти репы посвящены выступлению на радио. Ой. Давай встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость на двоих, губительная радость, мурашки, босые ноги по холодному паркету. Пятиминутный передыш-перекур. У тебя есть или где дальше? И дальше продолжаем репетировать, как всегда проходят обычные репетиции с 9 до 00. У нас это третья, еще осталась одна, получается, и потом уже клоним на эфир. Вот, все немножко устали. Почему-то у меня есть такая уверенность, не знаю. На самом деле, у меня почему-то... Все. Хорош, это надо... А ну давайте, приармянились.
хочу с собой, но сожги во мне память твои глаза, душу мою ранья. Наши движения останутся в одном, ты не со мной, ты не со мной. Я напишу! Напишу! Вот он это, да, вот он этот Аль Пачино, короче, мы такие, сейчас Макс есть подъедет. Есть Аль Пачино, есть Аль Пачино. Вот Аль Пачино, знаете, в чем произошло? Мы ждем пацанами собраться быстро, ну, на изи, во двор прыгнуть за инструментами. А этот Аль Пач все притарабанил просто. Давай, Аль Пач. Надо, похоже, подложки сделать тише, пианинка, да? Чуть по ушкам бьет. Привет, что у нас идет, получается, третья репетиция перед выступлением на радио. Все готовятся, Пашка готовится, Арсен, он сидит и думает, что он играет на неподключенном инструменте. Как бы, у него немножко осложнения пошли на третьей репетиции, как бы, ну, про них потом. Это басист под небом, как в выпуске уже было, это басист под небом. Женька молодой, вот. Он почему-то взял тарелки, вот. Ты выгнал Лёху, да? Вот, ну, да, в выпуске, собственно, увидите, вот, когда, почему, как бы, что произошло. Поэтому третья репа, поехали. Репушки, последний раз, день репы перед радио. Вот настраиваемся, видите. Вот так вот все это происходит. Пашка двигает вон там всякие бегуночки. Раз, два, три, четыре, раз. И, собственно, мы настраиваемся. Короче, это у нас четвертая репа перед выступлением. Завтра у нас выступление. Вот тут у нас движушка, ребятки там бегают в розовом. Поэтому скоро мы вот начнем и завтра ждите, будет в прямом эфире. И еще плюс будет выпуск 100%.
Сегодня у нас на репетиции Джессика. Все, вот так вот у нас заканчивается последняя репетиция перед выступлением. И завтра у нас выступление. Макс, что скажешь? Что хочешь сказать перед завтрашним выступлением? Перед завтрашним выступлением... Блин, слушайте, приходите нас, господи. Мы такую, такую офигенную программу... Конкретику кого слушать? Такую офигенную программу... Под небом. Арса не слушайте. Под небом. Так. Иван Чернокин. Так. Арс. Вот, все. Сердечки. Передай чмоки. Все, это послание от Макса. Иди ко мне шагами быстрыми. Огромное спасибо Роману, на видное радио, подключил, настроил, все сделал. Короче, все нормально. Огромное спасибо. Вот так вот у нас закончилось на радио, будет выпуск. Ты будешь всех объявлять и все прочее. Так, сейчас мне надо закинуть 3 голосовых канала еще. Одну секунду. Километры, ну минуты. Мне вместо снова побольше, меня поменьше. Зеленый хлеб. Кик поменьше. Только стиль попал. Только стиль попал. Пашка прикрутился? Пашка, он прикрутился? Чего? Да я вообще... Он все прикручивает, там мне это... Все прикрутил, все ладно. Я не прикрутился. Сейчас мы... Так, ну что? Токсик. Жесткий токсик. Короче, вот там вот это... Вся происходит настройка, мы просто с Арсом ничего не понимаем, я вообще ничего не понимаю. Я говорю, я даже не понимаю, что я здесь делаю. Как я... Ну ладно, что-нибудь сварим. Вот через 15 минут, а нет, или через час, короче, мы вещаем. Вот. В 20.00 ссылки мы везде раскидали, где только можно, поэтому все увидите. Так, ну вот, наступил день X. Это мы пилим для выпуска, для второго выпуска. Это, подожди, мы выпустили клип. Будет выпуск про это, а это выпуск про радио. Про радио, да. Вот, давай, что-то надо вот к выпуску. Мы сейчас находимся так. В Видное радио. Так. Как видите, очень замечательное место. Так. Волнуемся. Ну, я волнуюсь. Тут куча твоих фанатов. Да, вот. Расписаться, потом распишусь, пока не надо. Все, отойдите от него. Так. Вот. Очень волнуюсь, конечно. Я надеюсь, все пройдет отлично. Заходите на трансляцию. Трансляция сохранится, пока выпуск выйдет. Уже будет ссылка на трансляцию, архив. Там вы можете послушать наши треки. Будут эксклюзивные треки, которые еще не вышли. Выйдет только в январе и феврале. Вот. Удачи всем. Расскажи еще про адские ночные репетиции, то, что без них никак. Ну, то есть, типа, просто так не получится без... А? Мат можно? Давай. Одним словом. Без них. Без них, но без это было слов. Сложно, это было оверсложно, связывать все с работой, после работы на репетицию, с репетицией, потом в час ночи домой. Но без них тоже не дело, да. Что если бы вот так вот сейчас бы приехали, что, ну, типа, конечно, это шляпа. Неподготовленными мы бы ничего не сделали. Я надеюсь, сейчас будет все хорошо. Все, там можно немножко показать, вон там все действие, да, происходит? Да. Все. Короче, вот у нас настал этот день. Сейчас там ребятки, Пашка там все настраивает. Там, потому что на мастере будет комбоэмуляция. Ребят, вот. Я за... Нормально, пожалуйста.